Профилактические работы по предупреждению алкоголизма среди учащихся проводятся на территории учебных заведений города регулярно. В этот раз старшего участкового инспектора и представителя церкви встречала средняя школа номер 16. Основная цель таких акций – возможность оградить ребят, которые и так находятся в социально опасном положении от угрозы алкоголизма. На базе штатской школы у нас ежегодно организуется лагерь, уже продолжительное время он существует. В лагерь с военно-патриотической направленностью. Значит, мы, как сотрудники органов внутренних дел, активно принимаем участие в целях патриотического воспитания молодежи, а также пропаганды здорового образа жизни в проводимых в данном лагере мероприятиях. Сегодня, значит, нами приглашено духовенство, которое проведет с детьми беседы на духовные темы, а также мы детям продемонстрируем документальный фильм российских журналистов о вреде алкоголя. Юные участники беседы – школьники 5-9 классов. Именно они находятся в зоне риска. Несформировавшийся организм, слабая нервная система и подвластность чужому мнению могут не только навредить здоровью, но и покалечить судьбу. Подростки, употребляющие алкоголь, обычно состоят на учетах в наркологических диспансерах. Из-за такого звездного прошлого дорога к работе по престижным специальностям для них может быть закрыта. Подобные акции – шанс наставить молодежь на путь истины. Жизнь-то идет, люди меняются. Если им что-то сказать хорошее, они начинают чувствовать себя людьми, задумываться над жизнью, и у них происходит возрождение той души, духовности, которая заставляет человека подумать, что он человек, что на этой земле живет не вечно, нужно дать ответ перед Богом, а здесь нужно жить достойно, потому что мы находимся среди людей, а им нужен пример добрый. Мне очень понравилось, я считаю, то, что такие беседы нужно проводить, как бы, почаще и напоминать о вреде алкоголя, и чтобы сохранять как бы здоровую нацию. Ну. Скажи, вот самой никогда не хотелось употреблять? Нет, честно, нет. И не собираешься? Нет, не собираюсь. Наверное, с этого вот момента, может, когда вырастут, ну, те дети, которые вот сейчас были, как бы, может, не будут пить, курить, ну, вот. Ну, будут знать, что это... Ну, будет очень плохо, как бы, вредить им здоровью. Общение в такой дружеской обстановке помогает ребятам задуматься о последствиях алкогольной зависимости. Гости с удовольствием ответили на вопросы подростков. Поэтому проведение подобных мероприятий – необходимая задача не только для органов внутренних дел, но и учебных заведений.